Бессонная ночь, два перелета, и мы в Австрии. Сегодня здесь проходит Евроскиллз, чемпионат Евроскиллз 2021. И я сегодня представляю Россию, точнее буду приглашать всех на чемпионат, который будет проходить в 2023 году в Санкт-Петербурге. В общем-то, мы сегодня всех будем приглашать, и от лица России выступаю на этом чемпионате. Значит, рассказываю. В Австрии, в Граце, по крайней мере, там, где мы находимся, сегодня все закрыто, воскресенье. Вообще нигде нельзя пожрать, ничего нельзя. Вот сейчас заказывать какую-то доставку, какой-то бред, даже рум-сервис не работает. Как такое возможно вообще? Как можно... Вы можете представить, что в воскресенье в Москве не работали бы рестораны? В смысле? Короче, вот такая хрень. Все закрыто. Что-то буду есть, сейчас не пойму, что. Ну все, сидим, ждем своего выхода, уже готовы, отдохнули чуть-чуть и теперь в бой.